Всем привет, всем привет! Говорят, что деньги любят счет, а мы считаем, что деньги любят талант. Мы благословляем эту любовь на нашей программе, отдавая кэш самым талантливым. У нас есть сцена, у нас есть зрители, у нас есть герои, которые выходят на эту сцену и показывают свои невероятные таланты, после чего герои отправляются в специальную комнату под названием «Сливочная», где ждут своего приговора. Если нашим зрителям понравился талант героя, нажали на зеленую кнопку, и тогда загорелся зеленый свет, и наш герой становится претендентом на обладание сказочного приза под названием «Кэш». А если талант героя не понравился зрителям, и они нажали на красную кнопку, тогда трэш обрушивается на голову героя. Все просто, кэш или трэш решают зрители. А меня зовут Чак, это самое трэшовое шоу на всем российском телевидении. Кэш и трэш на MTV. Поехали! Баня, водка, гармонь и битбокс. Такие родные русскому сердцу слова. Родные, как и имя нашего следующего героя. Арам, 20 лет, студент. Чистит зубы сушеной травой. Встречайте, Арам! Ну что, давай, зажги, отец. На тебя одна надежда. Всем привет! Зрителям еще пока не знаем, но сейчас узнаем. Ты понимаешь, что произошло сейчас? Битбокс в России стал популярен. Уверен, что в ближайшем будущем, когда я буду сходить в вагон метро, там говорить: уважаемые пассажиры, просьба выступать пожилым, детям, беременным и инвалидам. За осторожно, дверь закрывается. Спасибо огромное. Кэш и трэш на MTV. Отправляйся в комнату с крылатыми стульями и жди. Хоть и не веселый, нет у него такой задорности, но неплохо. Старался, да, но я решил поощрить. Очень офигенный парень, молодец вообще, большой ему респект. Номер был очень здоровский, он делал это профессионально. Я голосовала только за, только потому что он мне очень понравился как парень. Я еще представила, как он будет в сексе, в постели, с ним можно и в лифте, и на кровати, и в поезде даже. Он самый классный. Всем спасибо, было нереально круто. Развелось в последнее время докторов. Доктор Зло, доктор Хаус, доктор Курпатов. Наш следующий герой такой скромный, что ему хватило всего одной буквы. Доктор Икс, 27 лет, хирург. Любит набивать мяч и лица. Yeah, вам повезло, доктор Икс на MTV. Встречайте, доктор Икс. Yeah!
точно X? X, я. Может, Х? Х. Check it out! C'était une histoire d'amour. Uh-huh. Une histoire d'amour de choix. Ah bon? Entre ma girl Moisina yeah. et une sexy girl bébé. Uh-huh. Elle est belle, elle savait qu'elle est belle et que tout le monde veut d'une baby comme elle. Ah bon? Elle me regarda bon mal laissant. Uh-huh. Bouge à l'effet, je suis tombé KO. Uh-huh. Demandez à cette baby girl uh-huh. que veut-elle que je fasse ma vie. Assez. Que veux-tu, sœur, que je fasse de ma vie. Tu m'as appris. À faire ton amour, je n'arrête plus de penser à toi. Et pourtant tu me fais toujours souffrir. Alors dis-moi, que veux-tu que je fasse ma vie? Je n'arrête plus de penser à toi. Et pourtant tu me fais souffrir. Tu m'as appris à faire ton amour. Et pourtant tu me fais souffrir. J'adore plus quelqu'un d'autre que toi. Et pourtant tu me fais souffrir. Je te cherche et tout le temps. Sous le soleil la pluie, le vent. Je me cogne à des innocents. Pourvu de t'attends chez toi. Je me cogne à des innocents. Pourvu de t'attends chez toi. Que veux-tu, sœur, que je fasse de ma vie? Et pourtant tu me fais toujours souffrir. Доктор X прямо здесь и сейчас. Сейчас скажу, ну вопрос у меня один, наверное. Сколько? Сколько чего? Сколько у тебя? У меня сколько? Да. Много. Хорошо. Просто хотел сравнить, кого больше. Ладно, хорошо. Заходи в сливочную. Посмотрим, что там наголосовали наши зрители. Кэш, трэш. Может быть, еще какие-то цвета. Зеленое, красное. Молоко, как говорится. Ну что, доктор X, все нормально? Как настроение? Как еще и как здоровье? Ну, что сказать? Как сами видите, все нормально. Ну нормально. Нормально. Наконец-то стал белым, ура! Доктор X, а ты доктор чего, что лечишь? Да я хирург. Тогда понятно, чего, сколько. Там сколько бы не было, все равно у него больше. Доктор X, это не совсем верно. Он должен был мистер X. Он должен был петь и вальсировать на сцене. Ну да, слишком сладкий трек. Вот французский. Не хватает, вообще, не хватает музыкального. Он же хотел речитатив. Устал я греться у чужого огня. Да, да, да. Ну где же сердце, все полюбит меня. Ну вот это вот, да? Мне понравилось. Мы бы не зашли к нему, а тут не дотянул. От предыдущих талантов он ничем не отличился, просто своего цвета кожи. Это не значит, что он должен за него голосовать зеленой кнопкой. У меня значит, я работаю, мне значит. Ваня, я голосовал за него. Шоколадный, сладкий, вышел хорошее тело. Ну, не хватало сливок, мы его подбавили. Он как-то так вроде я и для вас, а вроде и для себя. И вроде я как бы вас сейчас заведу, а в общем-то мне пофигу. Пошли вы нахуй, пошли вы все, пошли вы нахуй, motherfuckers! Современный мир жесток. Если у вас нет аватарки, то вы никто. Но не на нашей программе, у нас все равны. Впрочем, как и наш следующий герой. Андрюха, 20 лет, студент. Выбирает девушек по запаху. Сейчас вы узнаете, кто здесь number one. Встречайте, Андрюха. Привет, класс. Расскажу вам небылицу, легкий способ, как влюбиться, так что не поймете ничего. Ты зайди к ней на страничку и под фоткой лайк нажми, и можешь ждать пару вечеров. Через пару дней подружки соберутся выпить кружки, обсудить, кто лох, а кто м***ак. Ой, девчата, мне тот парень лайков кучу понаставил, он в меня влюблен, и это факт. Ой, девчата, мне тот парень лайков кучу понаставил, он в меня влюблен, и это факт. Фак.
под каждой аватаркой он мне поставил лайки, поставил лайки мне. Ша-на-на-на, под каждой аватаркой он мне поставил лайки мне. Спасибо! Потрясающе! Потрясающее супертворение. Андрюха, ну скажи, первый вопрос, что у тебя изображено, в принципе, на аватарке-то? У меня на аватарке изображен Супер... я, а сзади нарисованный в пейнте домик и солнышко. Это круто. 42 лайка. Что ты говоришь, иди в сливочную. 158-я гитара. Сорвала куш. Наши зрители проголосовали за, ты, может сказать, поставили лайк по твоей песне. Я тебя поздравляю. Спасибо. Спасибо. Слушай, ну ты добавишь меня в друзья, надеюсь? Конечно. Спасибо тебе огромное. Проходи в комнату с крылатыми стульями. Пожалуйста. Жди, возможно, именно свой трэш. Точнее, свой кэш. Веселые песни зажигает, побольше бы таких, будем радоваться, веселиться, удачи ему. Мелодия была зажигательная, я потанцевала, обязательно поставлю, мне нравится на фото его. Мне понравилось. Плюсик, плюсик. 42 лайка на авочке. Что за хуйня? Вот тебя, скажи мне. Людмила. Люд, ну, то есть ты понимаешь, насколько ты дура, да? Мне кажется, я очень-очень классно. Ну, хоть какой-то был вариант, если бы он голым хотя бы выступал. Может ну, быть, да, ты потекла бы из-за этого. Круто, я бы отца***ла ему. Не унылое говно, а озорная какашка. Чувак жжет. Теперь я надеюсь сорвать свой кэш. Все круто. Спасибо. Мама, привет! Писал ли стихи Владимир Ильич Ленин, но зато их точно писал Сергей Есенин. А наш герой читал, читает и будет читать. Встречайте! Константин, 22 года, студент. Меняет нижнее белье раз в 4 дня. Сергей Есенин ждет от меня побед. Встречайте, Константин! Прошу, Константин, зачитывайте. Хочется отдать дань великому поэту. Вот, начну. Ты меня не любишь, не жалеешь. Разве я немного некрасив? Несмотря в глаза от страсти млеешь, мне на плечи руки опустив. Молодая, с чувственным оскалом, я с тобой не нежен и не груб. Расскажи мне, скольких ты ласкала, сколько рук ты помнишь, сколько губ. Знаю я, они прошли как тени, не коснувшись твоего огня. Многим ты садилась на колени, а теперь сидишь вот у меня. Пусть твои полузакрыты очи, и ты думаешь о ком-нибудь другом. Этот пыл не называй судьбою, легкодумно вспыльчивая связь. Как случайно встретился с тобою, улыбнусь, спокойно разойдясь. Да и ты пойдешь своей дорогой, распылять безрадостные дни. Только нецелованных не трогай, только не горевших не мани. И когда с другим по переулку ты пойдешь, молотая про любовь, может быть, я выйду на прогулку, и с тобою встретимся мы вновь. Может, стоило читать голым, не знаю. Ну, памяти, это понятное дело, 2 мегабайта, куда там? Голым, памяти не хватило, да. Памяти не хватило. Ну, может быть, да, голым надо было. Короче, не хватило трэша, поэтому я тебя приглашаю в сливочную. Возможно, сейчас мы его и добавим, а возможно, и нет. Переходи в водное поло или еще. Может быть, цвет волос да, тут цвет волос. Да, блондин у тебя гораздо. Теперь ты гораздо больше похож на Есенина. Вот что я тебе скажу. Я наконец-то успокоился в своем гробу и больше не переворачивайся. Вообще, мальчик читал на самом деле с выражением, но я не поняла, это был стих про шлюху. Она пересидела там у всех на коленях, всех перецеловала, потом решила прийти к нему или что вообще? Самое плохое вообще стихотворение Есенина, и оно, на мой взгляд, просто никудышное, такое же никудышное, как и сам исполнитель его.
Есенина нужно читать со страстью, а это что такое за сиська тощей англичанки там? Страсти надо больше! Он прочитал Тухло, где мои мурашки? Мужичку, видать, дико не повезло с бабами. Просто выбирать не тех девиц, судя по стихотворению. Надо все-таки более чистоплотных девушек выбирать. Тогда будет все охуенно. Ему нужно работать на похоронах. Он будет пользоваться огромной популярностью. Зрители не читающие, поэтому не поняли меня. Наш следующий герой сочный и сладкий, как виноград. Был, а сейчас сморщенный и коричневый. Встречайте! Изюм МС, 26 лет, сидит дома, является фанатом футбола и фетишизма. Ага, изюмина у микро. Встречайте, Изюм. Давай там чуть-чуть. Бэм, ты же рэпер, Константин. Ага, гея. Да? Ага. Как от спички идет огонь, как напиток вас клонит в сон. Изюм МС, он далеко не клоун, ставит на окон то, что внутри него горит огнем. Но меня это не сожжет. Изюм МС на сцене ждет по полной программе, общается с вами, как будто с друзьями. Когда мы в одной теме, так сказать, в одной повозке, люблю я читать трепчину, в этом нахожу для самовыражения я причину. Посмотри на меня, камера, смотрю на тебя. Тут изюминый МС, это персонально. Я не похож на Васю, не похож на Петю. На меня смотрят как взрослые, так и дети. Сцена — это мой родной дом. Я себя комфортно чувствую в нем. Ага, Я здесь, сынок, я здесь. Я знаю, что у тебя есть брат, ты Изюм, а он, наверное, курага. Нет, ну какая курага? Ну какая курага? Он орех, а у нас вместе группа сухофрукты. Да, еще я знаю, что у вас есть... На самом деле у этих парней реальный талант, они умудряются проникать во всякие концерты, фестивали и так далее, ну, бесплатно. То есть я как-то раз видел, что они перепрыгивали с разбега трехметровый забор. Вот ну, раньше было такое дело, я был в роли кенгуру. Ну, понятно, а брат сидел в сумке. Да, отлично. Да, да. Хорошо, проходи в сливочную, ее тебе перепрыгнуть сегодня не удастся, потому что там дело такое, либо кэш, либо трэш. Сухофруктовый рэп. Ну, не понравилось, я что могу сказать? Ничего. Ну что, не тебе. Ну не понравилось, не понравилось. Хотя бы джинсы, блин, немножко. Ничего, возьмешь у брата. Прощай, Изюм, спасибо тебе большое. Давай привет брату, и мы ждем его на нашем шоу. Читает парень, конечно, неплохо, но не видел никакой смысловой нагрузки в его тексте. Соответственно, он просто решил так себя припиарить, и все. Пацан вообще толковый, кстати, это самое. Единственное, что он, конечно, стремается, мальца. Какие-то сухофрукты постоянно выходят, читают фигню. Поэтому смотреть на это невозможно, слушать тоже. Мне уже заебали эти говнорэперы. Всех в сливочную. Кеды неприятные, стирать придется. Все, ну и денег не получил тоже, как бы. Не круто. Если соединить свету и музыку, получится светомузыка. Сомнительная светомузыка, прямо скажем, как и следующий перформанс. Встречайте! Петер – сомнительная светомузыка. 19 лет, студент. Считает себя реинкарнацией Джона Леннона. Я не порву формат MTV, я его разрежу и съем. Встречайте! Сомнительная светомузыка. Я сочинил этот текст, пока ехал в метро. Надо вставать рано утром, чтобы быть бодрым весь день. Искать работу 2 на 2.
по выходным писать этот чертов сценарий, делать зарядку после сна и по вечерам утопать в теплой ванной, заботиться о друзьях и выслушивать их проблемы, после запятой ставить пробел, постирать все белое, убраться в комнате, заказать билеты в Чехию, не морочить себе голову, в этот раз надо действительно ехать, купить «Зенит» Киев, «Мир», «Портретник», может, «Спутник». Треники тоже постирать, хожу в них по дому уже полгода. Не злиться на Москву, в ней всегда будет такая погода. После уборки надо обязательно проветрить, не считать дни до лета, а искренне верить. Я боролся отчаянно с раздвоением личности. Говорил зеркалу, это полный провал. А ты ворвалась хорошо. Это West Coast, тут нормал, пацаны, теперь текст фристайлом. Я взорву ваши головы своим лайфстайлом. Вы поняли, что это такое? Когда на MTV кто-то не гонит, а несет полную правду. Жизнь замечательна для ебаната. Я как уже сказал, я не порву формат MTV, я его разрежу и съем. Микрофон хоть верни. Микрофон я верну. Я против. Эта опасность так прекрасна, как твои красные глаза. Большие города, бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, ни берега, ни дна, бум-бум-бум-бум. Конечно, конечно, Дрезна, MTV. Победа или смерть? Победа или бесчестие? Конечно, похуй, я честный, победа или бесчестие. Конечно, Дрезна, MTV. Вот так мы развлекаемся. Посмотрев этот номер, у меня остаются только два слова. Наркоман, шо ли? Веселый дурачок такой прибежал, поднял всем настроение, особенно мне. Но моя мама читает лучше. Может быть, сейчас он не понравился, но в дальнейшем, кто знает, может, у него будет талант, и он сможет прочитать шток, что его не обольют. Я победил в ваших сердцах больше, чем среди этих мудаков. Пришло время узнать, кто сегодня получит кэш. Битбоксер Арам? Или Андрюха, загим лайком под аватаркой. Зрительское голосование определяет победителя и количество кэша. Не надо! Хватит! Довольно кричал жадный Раджа, когда золотая антилопа заваливала его деньгами. Примерно так же орут наши герои сливочные, когда мы обливаем их трэшем. Один я спокоен и невозмутим. Меня зовут Чак, это было самое трэшовое шоу на всем российском телевидении. Кэш энд трэш на MTV. Всем спасибо, все свободны. Пока! Thank you.